Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. И сегодня у нас такое видео, это обзор модема, вот такого модема Билайн Huawei E3131. Здесь уже подключен к нему тариф простой интернет с опцией Highway безлимит 590 рублей в месяц, и как будто бы здесь должен быть безлимитный интернет. К слову сказать, только что буквально 10 минут назад я попробовал этот безлимитный интернет на даче здесь. Я скажу, что скорость отвратительная, вообще практически страницы не открываются, ничего не качается. Очень меня это даже огорчило. Возможно, это только сегодня такая отвратительная скорость, и ничего не скачивается. Но я так думаю, надо будет посмотреть ночью, будет какая скорость. Этот, кстати, модем, он выдает максимум до 21,6 мегабит в секунду. Этот модем выдает. HSP Plus здесь поддерживается такая технология. Чем этот модем примечателен по отношению к каким-то другим модемам? Кстати, с этим тарифным планом и с этим интернетом билайновским еще продавались ZTE модемы, ну обычные там. Но этот примечателен модем тем, что здесь есть, так, здесь есть такое вот гнездо. Можно сюда подключать внешнюю антенну, можно подключить переходник, купить антенну. Да, купить антенну, модем стоит 700 рублей, купить антенну так тысячи за две. И у вас будет 99 или даже 100% сигнала. Хотя зачем мне эту антенну? Здесь и так прием 90-98%. Таким сигналом даже можно убить слона, не то что человека, без проблем. Проблем с сигналом нету никаких. Вот этот разъемчик. Открывается этот модем очень неудобно, как мне показалось. Вот здесь надо вот нажать сюда. Лучше бы, конечно, сдвинуть куда-нибудь чего-нибудь. И все. Вот здесь находится сим-карта. Вставляется, вынимается. Хочу еще сказать, что модемы всех фирм, всех сотовых операторов, которые у нас здесь в Ярославле существует, я уже перепробовал. Просто предоставилась такая возможность попробовать этот модем, как он будет работать, и решил попробовать. Очень надеюсь, как я уже сказал, ночью будут скорости, и вообще в течение дня хотя бы будут какие-нибудь скорости. Если, конечно, никакой скорости в этом модеме не будет, я так думаю, что придется его прошить под все операторы и уже попробовать на других операторах. Потому что 21 бы, конечно, такую скорость поднять, посмотреть, как она будет реально работать. Это конструкция. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, и дальше будет интересней.